Что я хочу вам сказать, я продолжаю свои процедуры омоложения, делаю маски. И сегодня я сделаю свою любимую маску Денас Космо с Пролексир, с масочкой с гиалуронной кислотой. Вот это моя чудесная маска, я очень люблю, ее периодически делаю. Это салонная процедура на дому, работа с микротоками. Значит, смотрите, что эта маска делает. Она очень эффективная, она увеличивает упругость. Если пройти 10 процедур, увеличивается упругость кожи на 41%, процент, цвет кожи на 34%, разглаживаются крупные и мелкие морщинки на 22%. Это очень удобно и компактно, потому что это мы делаем дома, не нужно никуда ходить. И на самом деле это профессиональный косметолог дома. По цене за несколько сеансов. К сожалению, в Беларуси она у нас не продается, но ее можно купить в России. Сейчас будем делать. Так, девочки, я умыла, протонизировала лицо, нанесла маску. Я вам ее показывала. Пролексир с гиалуроновой кислотой. Ее можно под Денас Космо наносить, можно наносить ее самостоятельно. Если есть желание, вы закрываете глазки и вот так вот покрываете поверх. То есть увлажняете еще и верхнее веко. Вот теперь я одену поверх этой маски Денас Космо и несколько минуточек, а точнее 15, я буду проводить определенную процедуру омоложения. Маску я одела, примерно это выглядит так. К ней прикреплен такой провод, проводочек. Этот проводочек сейчас мы прикрепим к системе управления и подключим электротоки. Так, мы присоединили, вернее, одели систему управления на руку и сейчас будем подключать. Смотрите, я хочу сделать режим, питания. Сейчас я буду его подключать. Вот масочка пошла работать. Вот смотрите, сняла маску, лицо свежее, сияющее, отдохнувшее, мне нравится. Вот еще осталось даже от резиночки у меня след, но мне нравится. Будьте молоды и красивы.